Привет, друзья! Блин, плохая дорога. Пока мысль не ушла, хочу рассказать. Я уже видео снимал на эту тему. Оно называется «Это люди с нетрадиционной ориентацией». Ну, короче, это фигня. Я вчера... Блин, вот дорога. Вчера понял одну вещь. До этого как-то я не врубался. И то, как бы, уже после того, как приехал домой и посмотрел видео. Вот как в Европе, да, люди с нетрадиционной ориентацией себя ведут, да? Они... Ну, там как-то ярко одеваются, да, кожаные там трусы одевают, не знаю, там ремни всякие, да, и вот они этим выделяются. А у нас же как бы за это можно и по лицу получить, и люди выделяются по-другому. Я вот что я понял, друзья, как они выделяются. Вот посмотрите видео и обратите внимание на номера. В этот раз всего два человека с нетрадиционной сексуальной ориентацией проскочили. Один прям, ну, такой ярый нетрадиционщик, он аж прям по бордюрам, по всему. Второй так, в легкой степени. Я как бы, когда ехал, этого не заметил, а потом дома уже посмотрел, вы видите, все цифры, да, одинаковые. Вот, и я наконец-то въехал. Почему? Вот вы замечали, наверное, да? В основном же люди вот с такими, ну, с похожими номерами, в основном вот так и ведут себя. Да? Выезжают на обочину, как-то такие вот маневры какие-то делают, да? Вот этим они как бы и показывают, что я не такой, как все, обрати на меня внимание. Вот, в Европе они в цветные там флаги заворачиваются, да, там, не знаю, как-то волосы там зеленый цвет красят. Ну, я не против, как бы, да? Каждый человек имеет право самовыражаться. У нас только так не получается. Вот попробуй так, не знаю, выйди и все. А тут вот он выражается. Блин, все так просто оказывается. Все, я прям, я не знаю даже. У меня как открытие вчера произошло, понимаете? Все, теперь вопрос уже все исчерпан. И так много видео уже и без меня записано про таких людей, как бы, кто по обочинам ездит, да? А тут прям все встало на свои места. Номера, обочина, нетрадиционная сексуальная ориентация. Все. Вот. Не знаю, я понял этот мир, короче, друзья. Не знаю, как вы. Вот я решил поделиться. Все, всем пока. Хорошего настроения. И хороших дорог.